Мамы разные нужны, мамы разные важны. Это мы усвоили еще в детстве. А вот какие бабушки сегодня востребованы, узнаем из нашего следующего сюжета. У Валентины Арсеньевны есть семья. Дочка, внук, есть сад, курочки. Но посвятить им все свое время женщина не может. Любимая работа не отпускает. Строительная отрасль и Валентина Боброва в равной степени нуждаются друг в друге. Включаем рубильник, смотрим механизмы, тормоза смотрим перед работой, как она работает, как она делает, ничего это. Визуально все осматриваем, что можно осмотреть. Тем, кто боится высоты, рекомендуем воздержаться от дальнейшего просмотра сюжета. Все остальные имеют возможность увидеть город таким, каким видит его Валентина Боброва, машинист башенного крана. А тут есть на что посмотреть. Тем более, что Валентина Арсеньевна вооружилась камерой GoPro. Да мы монтажники, вы сотники, да, из высоты вам шлем привет. Сейчас Валентина Арсеньевна шлет всем привет с высоты 30 метров. Говорит, что это самое приятное в профессии крановщицы – видеть, как меняется город, который ты строишь. Очень красивый вид. Это Волга видно, за Волгой леса. Все можно смотреть. Полгорода на ладони. Любуюсь, не могу налюбоваться. Валентина Арсеньевна родилась в деревне в Валиковском районе. И сколько себя помнила, ее интересовала техника, машины, механизмы. После школы уехала в город, устроилась на завод. Но это было не то. Посматривала на новую стройку. Ну, решил попытаться. И все нормально. С 75-го года работаю. Для меня, как говорится, это лучше моей специальности нету. Успели сосчитать? Совершенно верно. На башенном кране бесстрашная Валентина Боброва трудится уже 43 года, а самой ей 62. Пенсионный возраст уже минул, но бабушкой ее не назовешь. Даже молодые коллеги так не считают. Да и какая там бабушка, если на свой кран Валентина Арсеньевна взбирается за 3,5 минуты, мы засекали, а грузы подает со снайперской точностью. Никакого секрета или специальной методики у нее нет. Надо просто с душой делать свое дело и быть в хороших отношениях с коллегами. Мне кажется, команда должна быть тут это. У нас это электрик хороший у нас, Петя, слесарь хороший. Как ребятам скажешь, ребята, надо вот посмотреть это. Они сразу же приходят, как говорится, устраняют эту причину. С такой командой, конечно, работать хорошо очень. Парни молодые, хорошо работают. Сверху все видно. Сегодня Валентина Боброва может не только гордиться своими успехами, но и радоваться, что дочь крановщицы тоже на хорошем счету. А внук учится в школе, которую построила бабушка. А со временем появятся новые объекты, про которые можно будет рассказать. Ведь на пенсию Валентина Арсеньевна пока не собирается. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.